как же, блин, они близко. Они сейчас убьют паразавра. Все. Стопудово капец паразавру. И меня убьют. Я от аквалангистов не спрячусь. Все, капец. Ну-ка. Вы серьезно? Вы серьезно? Всем привет, друзья, с вами Паучи, и сегодня мы с вами начинаем новый сезон выживания в замечательной игре Ark Survival Evolved. На своей страничке в Ютубе во вкладке «Сообщество» я провел голосование, где накидал несколько модов, несколько вариантов, и вы сами выбирали, во что же мы поиграем. Победил мод Extinction Core, и на втором месте был Jurassic Park Expansion. И, ребят, я решил совместить два этих мода, выбрал карту. Карта это будет вулкан, но я ни разу на ней не играл, надеюсь, что все будет работать хорошо. Я потестил, было пару вылетов, но это я грешу на то, что мод Extinction Core все-таки 100 лет не обновлялся. Возможно, он как-то немножко не очень хорошо дружит с современным арком, с обновленным арком, самой последней версии арка. Вот. Также я добавил порядка 5 строительных модов. 3 из них я вообще в глаза ни разу не видел, не тестил даже. Чтобы не портить себе впечатление, будем смотреть на них вместе. Не думаю, что там будут какие-то баги, надеюсь, что их не будет. Также я настроил 200 уровень персонажа. Как это сделать, вы можете найти в плейлисте с гайдами у меня на канале. По-моему, без вознесения у меня что-то в районе 170 какой-то получится. Нам этого с головой хватит для мода Extinction Core, потому что он требует высокие уровни для крафтов. Погнали выживать. Прекрасненько. Не знаю, хорошее место я выбрал или нет. Я буквально облетел эту карту раза 3-4 по кругу. Просто смотрел, что спавнится, что не спавнится. Но вот где чего я не запомнил. И похоже, я выбрал не самое лучшее место. Попробуем пробежаться вон туда. Заодно поподбираем. Опора и там. Поставил сбор ресурсов X5. Никакие статки Дино не трогал. Перед началом игры сбросил все на ноль. Статки персонажа поставил X2, только вес поставил X3. Опыт X2, разведение выращивания X5. Вроде бы как все. Больше ничего такого не помню. Если что вспомню, расскажу. 6 уровней. Давайте сразу в стойкость. И изучаем. В первую очередь... Самые-самые важные, необходимые вещи. Блин, зачем я эту шляпу изучил? Окей. Так, одежда. Срочно одежда. О, мы уже можем даже еду какую-то делать. Интересно, сами-то мы ее можем съесть? Я вот честно вообще не помню этот мод. Ну, я как бы помню, но не так, как надо бы его помнить человеку, который его прошел. О, вижу кусочек болота. Блин, надо отсюда валить. Там пустыня, там хрен пойми что, там болото. А вообще, где мы находимся? О, идеально. Нам надо вот на этот остров, он получается центральный. И еще и вижу бобра. Это прям очень хороший знак. Еще один бобер. Это значит, что где-то здесь, вот в той стороне надо поселиться, и у нас будет все. Неожиданно мало всяких существ тут для болота. Точнее, вообще никого не вижу болотного. Блин, макаки. Гигантопитек. 1, 2, 3. Они легко приручаются, и на первых порах было бы вообще идеально. Мы тут же сможем собирать ягодки. Что у нас? Межоберри. Межоберри. Себе можно добавить теперь веса. 30 уровня надо быть. Я думаю, что это... Ой-ой-ой, что это быстро произойдет. Надо добежать до воды. Как только я занырну на определенную глубину, он отагрится. Смотрите, как спокойно здесь в воде. Одни целоканты. Как-то это подозрительно, что ли. Все, успокоился. На том берегу вижу уже кого-то из Jurassic Park Expansion. И, судя по всему, это не самые добрые существа. Ну, а по сути-то, мы же здесь, наверное, тоже сундучок сейчас найдем в этих развалинах. Можем апнуть уровень и попробовать покормить его, да? Есть же, да, есть кувшинчик. И чего? Видимо, эту заметку я уже видел. А вот что по уровням? 21 и 10 у меня уже есть. Шикарно. Так, ты же, по-моему, да, большой?
Да, 85-й. Блин, Рекс идет из Jurassic Park. 11%. Мне надо будет его 9 раз покормить в общей сложности. Капец. Все, накормился, блин. Но сейчас его сожрет. Стопудово. И меня еще сожрет. Ё-моё. А такое хорошее местечко было, да? Дадохина. Прайм Дадо. Нет, его надо вырубать. Окей, я понял. Блин, надеюсь, что-нибудь дельное сейчас перепадет. Очень нужное для начала выживания. Седло на манту. Вот печка это зашибись. Похлебка Лазаря, понятно. Ящик для компоста тоже. Немного металла, нефти, обсидиана. Кстати, лут-то измененный. О, верстак. Жемчуг, офигенно. Шкура, хитин. Не знаю, седло на манту. Такое, грядка тоже особо не нужна. А я, наверное, желтый луч-то не смогу лутануть. Где он там падал? Вон он. Что это, блин, за ящик такой? Вулкана, спешл. Бионический костюм на гигу. А это что? А, Додо Виверн костюм. Прикольно. Это, может быть, ивент какой-то? Надеюсь, синий я смогу открыть. Да, могу. Могу. И здесь просто хрень полнейшая. Чертежи саманные. Отлично. Какого уровня? 25-го. Нет, не надо. Паразаврик, судя по всему, непростой какой-то. Он прям красненький. Нет, простой, но... Ну, 95-й. Так, аберрант на 95-й по 14%. Окей. Здесь что? О, шикарно. Дробаш, одежда. Вот он, Extinction Core во всей красе. Нормальное оружие. Что это? Опиат. И супчики. Шикардос. Прям мечта. Так, нормальное оружие. Где ты? Вот оно. Не хочется остальное выкидывать пока что, если честно. Еще мы же Берри 28. Блин, может быть, я смогу убить или не стоит этого делать? 25-й. Давайте-ка приоденемся. Так будет брони побольше. Смогу, наверное. Нет, не смогу. Смогу, не смогу. Давай, попадай же. Блин, он в меня попадает, а я в него нет. Ой, нет, это больно. Это, блин, больно. Охренеть. А как бы его обмануть-то, а? Так, мне надо занырнуть как можно глубже. И бьем. Так. Вот так, чувак, не ожидал. Есть. Есть немного кожи. Шикарно, 68. Делаем костерчик S-плюсовский, естественно. Ставим. Кладем сюда мясо. И кладем... класть особо нечего. Ладно, кладем все, что есть. Сейчас надо будет еще дерево нарубить. Ой, красный трайп. Все, наприручался. Наприручался. Это самый сильный, по-моему, трайп красный, да? Насколько я помню. И как бы все. Походу я здесь еще и не смогу жить. Может, ты не пойдешь туда, а? Может, я тебя успею приручить? Сколько? 55%. Ну, пожалуйста, не убивай. Это аквалангист гребаный. Все, убьют сейчас паразавра. И меня. И меня убьют. Я от аквалангистов не спрячусь. Все, капец. Капец, ребята. Нет смысла возрождаться там, где бегает красный трайп. О, возродился там, где бегает синий, да? Зашибись. Просто зашибись. Как мне начать жить где-нибудь? Ё-моё, это что за змея там плавает? Капец, что я наустанавливал? Лол. Еще трайпмены. Не знаю, какие. Флага нет. Ну, какие-нибудь самые дубовые. Но я все равно не хочу с ними встречаться. Вдоль воды вообще опасно. О, мозазавр возле берега. Смотрите. Или что это?
Какая-то другая животина огромная. 50-й. Сколько? 22%. Блин, можно приручить и 50-го поначалу. Я помню, что вот с этих дадошек какой-то неплохой лут падает. Но мы их сейчас точно не сможем убить. Абсолютно прям точно. Так, мне бы вот этого паразаврика. Я уже на гамме. То есть, если выключить гамму, довольно-таки темно. Но чтобы вам было видно, включаю. Ну, пожалуйста, давай, все. Шикарно, шикарно. Делаем седло на него. На паразавра. 80 кожи, 50 волокна. Охренеть. За собой присвистываем. Так, что делать-то? 80 кожи. Это не хухры-мухры. Так, не понял. Кто напал? Паразавр, блин. Паразавр, сюда. Ко мне, быстрей. Пассив, пассив, пассив. Капец. Ну ты урод, глиста. А хорошо, у тебя лап нет. Смотрите, какой злобный. О, я же могу самые простые копии уже делать, да? Стопудово. Так, а я смогу птера вырубить, интересно, таким копьем? Пожалуйста, вырубись. Нет, видимо, оно совсем простенькое. Прям совсем. Три удара зеленым копьем, и птер улетел. Нет, это фигня полная. Лампадога будем вырубать. О, хе-хе-хе. Шикарно. Вот она, кожа. О, зеленый луч. Ну, вроде вот этот берег, мне кажется, более-менее тихим, спокойным. Конечно, я боюсь загадывать. Но если не считать того, что плавает в воде. Ну, а так вроде нормально. Можно какую-то первую хибарку поставить вон там вот под деревом. Смотрим. О, одежда. Какая-никакая. С броней, по крайней мере, да? И то хорошо. Вот не знаю, видно вам или нет. Вроде бы более-менее, да, видно должно быть. Где-то вот здесь я хибарку сейчас построю. Ну, пока идет ночь. Не знаю, построю, не построю, или начну строить. Но ближе к утру уже встретимся. В итоге я всю ночь прособирал ресурсы и наблюдал, что происходит вокруг. А вот в той стороне заспавнился мантис. Я вот сейчас его вижу, вы, наверное, не очень. Вот я его вижу, вон он ходит. А в той стороне все спокойно, видите, деревьев поубавилось. Я очень много рубил дерева. Берег спокойненький, и здесь довольно-таки много дадошек ходит. Это хороший вариант нафармить кожу и нафармить мясо. Так что голодными мы не останемся. Вот это место я выбрал для своей первой базы, для нашего маленького домика. Но еще одна причина, почему я не стал без вас строить. Потому что мы можем начать изучать новый мод, ребята. Вот они, изученные энграммы. Не стал вас мучить изучением, сам изучил. Смотрите, чем он меня задел, этот мод? Тем, что здесь такие постройки, прям реально как старинные такие, каменный век. Из колев, забор, такие вот фундаменты из каких-то деревьев, веток и так далее. Так, вот, вот, смотрите, как выглядит фундамент. Давайте сделаем, наверное, штук. Сколько мы обычно ставим? 3 на 4, 12? Окей. Посмотрим, как это будет выглядеть. Мне кажется, что это будет круто. Вот где-то вот здесь, мне кажется, да? Нормальное местечко. Блин, прикольные. Смотрите, сквозь них прям пол видно. Ну, в смысле, землю. Вообще круто. И они так пристыковываются нормально, не стрёмно, да? Как будто так и должно быть. Интересно, они как эсплюсовские? Ну, в смысле, на любую глубину? Наверное, вряд ли. Вот это реально жизнь бомжа, да? Как будто сам собрал эти фундаменты реально из каких-то бревен, веток и так далее. Блин, смотрится очень круто, мне очень нравится. Шикарно. Вот такой площади мне прям точно хватит. Блин, и я потратил практически все, что собирал всю ночь. Ну, осталось немного, 585 дерева. Ну, собирается довольно-таки быстро, поэтому я не парюсь. Здесь вроде были ворота прям тоже из этого мода. Надо только их найти. Cage Timing Pen. Я так понимаю, это какая-то клетка. Если кого-то вырубил, можно поставить сверху, чтобы никто не трогал это животное, да? Window Frame. Это стена с окном. Это Window Frame 2, второй вариант.
Рейлинг, понятно. Вот они, да? Cage Gateway. А мне не хватает кожи и не хватает камня. Вот это да. Блин, на них нужна кожа. Начнем с Дилки. Он, наверное, самый опасный здесь. Оп, оп. Закружим его. Все, нормально. 38 кожи. Но этого мало. Так, вот они, ребята, безотказные. 145-й, ничего себе у тебя уровень. Мне казалось, что здесь побольше дадошек. Куда они все делись? А, вот еще. Вон малыш дадошка. Отлично. Давайте их вырубим, потом будем разбираться. Прости, братан. Невырубаемые. А, малыши же невырубаемые. Ну, мы тебя так убьем, значит. Ставим ворота, наконец-таки. Блин, наверное, есть смысл сначала кроваток, да, пару сделать? Из плюсовских. Хотя бы парочку. Так, одна. Где-то вот здесь в углу. И сразу же вторая. Поставим ее прямо в нее. Прожимаем английскую G. И ставим. Так, ворота. Шикарно. Как они выглядят. Они не стыкуются, смотрите, не пристыковываются. Все-таки из плюс шикарный мод. Ничто с ним не сравнится. Ну да ладно. Не страшно. Они из костей. А ворота? Сами воротины. Одна закрытая, одна прозрачная. Прикол. Вообще жесть. Блин, прикольно. Прям прикольно. Если у них еще и прочность нормальная. 10 тысяч. Я не помню, какая прочность у обычных деревянных. Ну, как бы и ладно. В любом случае, 10 тысяч это пойдет. Это пойдет. Какое-никакое укрытие, да? Какое-никакое. Надо сделать первый сундучок. S-плюсовский ящик я обычно делаю. Потом уже все остальное, да? Я думаю, поначалу нам его должно хватить. Здесь поставим в изголовье кроватки. Шикарно. И скинем туда то, чем точно сейчас не будем пользоваться. Так, кострище мы поставим где-то здесь. Хотя вот, о, смотрите. Его даже особо ровно не поставишь из-за того, что это круглые бревна. Блин, прикольно, я могу вот так сделать. Но я, естественно, не буду так делать. Сюда поставим. Мясо. Немного дерева. Не знаю, сколько надо на столько мяса дерева. Давайте вот так вот сделаем. Все, зажечь. Заспавнился еще один зеленый лучик. Я надеюсь, что из него упадет что-нибудь дельное. Было бы круто какой-нибудь инструмент. Я прям очень хотел бы получить инструмент. Хотя бы, блин, кирку или топор металлическую. Блин, было бы очень круто. Или пику. Ну давай. Вскрываем кейсик, да? Что здесь? Стрелы. Пули, стрелы. О, вот это вот прикольно. Баночка прям шикарная находка. Остальное, ну такое, пригодится. Golden Dado, ребята. Шикарно, шикарно. Я не буду подходить. Насколько я помню, она такая жесткая. Ой, это какая-то измененная версия Анхила, да? Jurassic Park анкилозавр. Блин, здоровенный. Прикольно. Но их здесь трое. Я не буду с ними связываться, это уж точно. Вообще, я немного странно смотрюсь, да, в этом куртосике. На пляже летом. Но ничего не поделаешь. Ну, по крайней мере, с моей стойкостью мне не жарко, а броня хорошая. Как-то я не очень чувствую себя в безопасности в этом доме. С такими вот щелями вообще. Если очень захотеть, наверное, можно в нее выпрыгнуть. Возьмем немного мяса обычного, да? И пойдем кого-нибудь посмотрим. Я видел там рапторов в той стороне. Может быть, раптора приручить. Он, по крайней мере, поможет фармить кожу и мясо. Травоядных я вот никого не увидел из тех, кого можно было бы сходу приручить. Ну, 25-й трайк, но это такое. Это уж совсем печально. Я такого не хочу. Вот. Вижу раптора. Блин, зараза, не один.
Он там не один, и скорее всего загрятся все сразу, да? Их там трое, ё-моё, трое. И богомол там, мантис. Шикарно. Здесь точка спавна мантисов, да? Получается, без полимера мы не останемся. Если нас не сожрут, то у нас все будет хорошо с полимером. Лампадожик. Там что-то очень большое, агрессивное. Он сломал дерево. Что-то на гигу очень похоже, на маленького. Так, раптор, ты одинокий? Я надеюсь, что да. Ой-ой-ой. Я его баласом-то прижал, но он меня сейчас сожрет. Велоцираптор 135-й. Какой-то айлосорный велоцираптор. Ё-моё, все мои шмоточки под ним остались. Печалька. Если я сейчас добегу, я, наверное, смогу как-то залутать, да, свою сумку, я надеюсь. Вижу велоцираптора. И он прям там и стоит, да? Зашибись. Как бы забрать-то? Ой, трайбзон. Класс, еще и с луком. Мне прям повезло. Как бы их стравить-то с велоцираптором? Было бы вообще круто. О, спасибо. О, понятно, что это за стрела. Печалька, прям в затылок. Что-то происходит. Кто пришел? Кто пришел? Я свои вещи не заберу, да? Вот это жесть. А я-то радовался, что нет никого. Кто-то ему кровотечение еще нанес. Вот только кто? Так. Надо отсюда валить нахрен. Бежим, бежим, блин. Там волосы уже летят в затылок, я слышал. Вон он, за камнями. Не знаю, куда делся велоцираптор. Возможно, его сожрал вот этот гига. Но за мной бежит этот говнюк Трайзон с отравленными стрелами. А, раптор, блин, отвали. Отвали, сволочь. Мне не хватит хп, он кровотечение мне наносит. Зараза. Нет, воду. Нет, блин. На пляжике заспавнились трицератопсы из мода, да, Jurassic Park. Раптор исчез, деспавнился. Вот где сам трайбсман, я не знаю. Все, одежды у меня нет. Понятно. Окей. Так, а ты какой? 20-й. Вон. Вон этот говнюк, раптор трайбсмана. И бежит ко мне. Зашибись. Пожалуйста, забеги наверх. А, сосамба. Ой, не-не-не, стоять, стоять. Стоять. Ты же невырубаемый, да? А вон сам трайбсман вдалеке. Окей, ну хотя бы так. Мне надо срочно какое-то боевое существо. Я так долго не протяну здесь. Здесь начинают появляться всякие гады. А где 150-й куда делся? Вот он. Да дай мне, блин, под воду уйти. Дай, пожалуйста. Все, дал. Дал, да? Еще ниже надо. Еще. Нет, не дал. Вы серьезно? Вы серьезно? Как я заберу свои вещи? Ой, блин, ну это вообще... Ну он сожрет меня сейчас стопудово. Хотя бы будет шанс чуть-чуть поближе к берегу подплыть со своими вещами. Так. И поближе к берегу в несколько заходов, может, успеем... Ой! О, он чуть-чуть отплыл. Или он меня заманивает. Вон эта колбаса сюда плывет. Агрессивная. Жесть. Все, я не уйду отсюда. Да, капец. Может, подарить им мои вещи, а? Ну и все, он меня сейчас доест. Он меня выщемил. О, еще мегалодон, да? Прям подарок. Я не дамся. Блин. Килосаурус какой-то, 95-й. Делаем еще одну вылазку. Нам нужен какой-то боец.
Это просто уже так дело не пойдет. Меня щемят все. Голден Дадошка, которая может убить тиранозавра вообще легко. К ней мы ясен-красен не пойдем. Дайте мне хотя бы какого-то раптора, я не знаю. Я на нем хотя бы сваливать смогу. О, там эта жесть ходит, которая сожрала велоцираптора. Ну, что делать-то? Пойдемте наверх, может, поднимемся. Что-то непонятное, тоже измененное. На Пачи похоже, да? О, нет, это что-то агрессивное. Попробуем накидать ей в голову. Ты офигела так делать? Отвали. Отвали, ты не в тему вообще. Давай, пожалуйста, 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 вырубись. Я не знаю, сколько у тебя оглушения, но, пожалуйста, вырубись. Я уже очень много раз ударил. Мне нужна какая-нибудь такая тварь. Все, фу. Фу. Я не знаю, чем он превращается. Дракорекс какой-то. Прожмем? Блин, я не знаю, вообще надо так делать или нет. Давайте прожмем. Все, еда падает, оглушение тоже. И сразу прожимаем ягодки. У меня всего ничего. Ну, хотя бы сколько-то. Положите еду для приручения. Походу, он не жрет. А ягодки? Да, он жрет ягоды. Да, блин, да хотя бы кто-то. Это что, сова? Окей. Класс, экипируйте седло. Вот этого я меньше всего сейчас ожидал от такого маленького существа. Нет такого седла, блин. Я чувствую, что на него надо вот это седло. 110 кожи, 20 дерева, 65 волокна. У меня столько кожи нет. Давай, давай, пошустрее. Пошустрее, идем домой. Так, здесь тихо, спокойно. Заходи. Будь как дома. Блин, он прикольно выглядит, да? Согласитесь. Он прикольный. У него картинка пахицефалозавра. То есть я стопудово прав, что нужно сделать вот это седло. И мы сможем на нем покататься. И он, скорее всего, даже наносит какое-то оглушение ударом головы. Но это не точно. Но шипы у него на башке есть. Где все гребаные дадошки? Они так еще не зареспавнились, да? Не нарваться бы на трайбсмана, а? Это вот прям было бы печалька. О, давайте-ка опыта немножко соберем. А, чего там, как? Всего лишь два уровня? Не густо, не густо. А, скорость. Ой-ой-ой, не прыгай. Не прыгай. О, он украл ягоду и приручился? Лол. Отвали, отвали. Второго мы на мясо пустим. Ты какого уровня? Он маленький, блин. Случайное приручение. Окей, окей. Тебя вырубаем. И тебя, пока ты не убежал, да? Все, отлично. Отлично, фармим. Куда? Не-не-не. 38. Говно. А где дадошка? Вот, вот она. Так. 46. Все, валим. Добежать бы до дома теперь со всем этим добром. Шикарно я дома. Шикарненько. Ладно, делаем седло. Вот это. Я все-таки надеюсь, что мы ресурсы сейчас не выкинули зря. Очень на это надеюсь. Так, на вот тебе седло. А, нет, оно еще не готово. На вот тебе седло. Да. Да, на него оно подходит. Сейчас я этого товарища дома оставлю. Я не помню, что он фармит, но, по-моему, солому. Может быть, даже еще и ягодки. Сейчас проверим. Камень. Нет, ничего. Вообще, что у него? На левую кнопку башкой, на правую. Какой-то прыжок, удар. На С, на X, Alt, Ctrl. Пробел, прыжок. В общем-то, башкой и какой-то удар в прыжке тоже. Башкой. Солома. И правой кнопкой тоже солома. Блин, прикольно. Смотрите, как быстро фармится солома. И у меня за это уровни, да? К сожалению, ягодки не фармит. Ну, ладно, переживем. Я бы попробовал подраться с трицератопсом, но...
быть беде, я чувствую, да? Давайте рискнем. 54. Отвали. О, мне столько бьет, столько много. Не-не-не, я передумал. Нет, он меня сейчас убьет нахрен. На дно. Уходим на дно нафиг. Хоть какие-то шансы. Блин, сарделька плывет. Все, дерись трицератопсом, пожалуйста. Бежим, бежим, братан. Бежим, это была такая глупость. Я не знал, что они такие сильные, эти трайки. О. О. Ха. Кто кого? Он переагрился. Блин, смотрите, что там. Офигеть. Вот это сарделька, блин. Ладно, я понял. В общем-то, теперь мы знаем, что приручили не самого хорошего бойца. Но, по крайней мере, он хотя бы что-то может из себя представить. Ладно, ребятки, на этом мы первую серию нового выживания будем заканчивать. Мне кажется, что все вроде бы в итоге получилось более-менее неплохо. И местечко более-менее спокойное. И кое-какой хибаркой обзавелись. И кое-какой скотиной дворовой. Я думаю, дальше все будет лучше и лучше. Я надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, поставьте лайк. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.